Большой привет всем, кто интересуется новинками ICO. Сегодня я проведу обзор интересного и перспективного ICO, который называется Fantasy Coin. Рекомендую более подробно ознакомиться с этим проектом, чтобы не упустить возможность выгодного инвестирования. Итак, Fantasy Coin предлагает покупку и аренду недвижимости в виртуальном Амстердаме на Марсе. Это город, который построен на блокчейн. Ниже мы можем видеть информацию о предстоящих этапах. Первый этап – это будет зона предварительной продажи, которая начнется с 20 октября и будет по 16 ноября продолжаться. Каждый токен будет давать право требовать одну собственность в этой зоне. Следующим этапом это будет продажа земли. Следующий этап, третий, Fantasy XMAS, предварительная продажа, испытательная собственность, аукцион, лунные продажи. Fantasy это полностью функциональный, взрослый, основанный на повествовании смешанный мир, который разбит на 19 тематических районов, где каждая улица уникальна, а за каждым окном другая фантазия. В фэнтези вы можете следовать своим желаниям, воплощать себя в них, быть парнем либо девушкой и сбросить все свои запреты. Данный город будет доступен как в виртуальной реальности, так и в обычном интернете. Первый шаг предлагают – это присоединиться к группе в Telegram, и второй шаг – это присоединиться к приложению F. Также на сайте нам предоставляется возможность загрузить и ознакомиться с технической документацией данного ICO. Здесь вы сможете изучить все аспекты долгосрочного видения Fantasy Coin, больше понять принцип работы экосистемы. Также здесь рассмотрены такие вопросы, как актуальность проекта, предложена бизнес-модель, экономические аспекты. Конечно же, предоставлена подробная информация о токене данного ICO, его название, обозначение, тираж и, конечно же, информация о том, как приобрести данный токен. Ниже есть раздел «Последние новости». Чуть ниже «Fantasy Social». Также на сайте есть ознакомительные промо-ролики, которые более подробно вам расскажут и покажут о том, что из себя предоставляет этот виртуальный мир, который предлагает нам Fantasy Coin. Также Fantasy Coin предлагает Bounty программу. И в самом низу мы можем видеть ряд соцсетей. Нам предлагают стать подписчиками данного проекта для того, чтобы получать информацию о скидках, быть в курсе последних новостей и также получать информацию о запуске программы бонусов. Этот проект интересный и весьма перспективный, поэтому к нему стоит присмотреться поближе. На этом обзор ICO Fantasy Coin закончен. Анализируйте, думайте и совершайте только свои правильные капиталовложения. И до встречи в следующих обзорах. Всем пока!